закончили клеить предводитель на полу в багажнике. Также проклеили задние крылья, задние арки. На дверях нанесли еще два слоя. То есть третий слой у нас получается также клеем вибропласт, толщина 2 мм. Ну и четвертый заключительный слой проклеили по правую сторону, шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Также проклеили пол в салоне. Ну и капот. На сам капот, на металл нанесли вибропласт. И на утеплитель нанесли второй слой шумопоглотителя. Смотрим дальше.